Всем привет, ребят, анимочки. Опять тоже дали халяву. Было за обнову халява, и здесь дали такую же халяву, как и на английском сервере. День, короче, Святого Патрика. Ну, не знаю, я, наверное, буду очень не удивлен, если на русском сервере это не дадут, на всех серваках нормальных дали. Ну, все как всегда. Единственное, ну, смотрите, что делается. Просто имбище падают нам. В общем, не знаю, надеюсь, что на других серваках тоже реально такую же халяву дадут. Потому что это топовая халява для всех. Поехали на английский сервер. Сегодня будем пробовать с вами пройти опять. Протестировать, подкрутила ли IGG нам опять что-то в запределье. Так, это немножко я не туда забежал. Вам сюда. Хочу протестировать новую чарку. Я надеюсь, я встречу опять веселых противников. Особенно ронинов. Кто смотрел вчера атаку фортов, на атаке фортов а рунины у меня разлетались на раз-два благодаря новой чаре. Ну и, конечно же, Лис тоже тут немало отыграл, но это реально было очень легко и интересно. Может, сегодня получится вам показать в полной красоте новую чару, которая очень неплохо справляется именно с рунинами, которых сложно убить, у которых отхил просто мега эпический. Так, кого такого еще интересного? А, Фрэнка возьму. Так, наша задача найти Ронина. Хорошего Ронина надо найти. Так, я Франка взял. Нет, сейчас прям так разогнался. А, да, взял, все нормально. Так, ищем идеального Ронина. Ну, первый этаж, я думаю, мы должны без проблем проходить. Ничего сложного нет, мы это делали, хотя раз на раз не приходится. Я уже показывал варианты, когда мы просто ушатывались непонятно каким образом. Так, я надеюсь, там музычка не особо громко гачит. О, отлично. Такс, как это там сделать так, чтобы у нас остался Ронин? Попробуем сейчас это трио. Они, в принципе, ушатать не должны и слиться тоже не особо должны. А кто его знает тут? 50 на 50. И самое главное, чтобы Ронин выжил. То ли я не вижу, то ли он реально не выжил. Жесть, блин. Что за фигня?
Ладно, будем дальше сейчас искать. Неубиваемая троица. Ну, надеюсь, что мы встретим то, что мы ищем. Пачку сливунов. Что-то скажу, честно говоря, как-то первый этаж просто на изи. Ребята, так повезло опять. Или реально намного легче начало. Ворожая уже слили. Уже на изи. Посмотрите, одна пачка лучше второй. Если они там дамажат. Да, что-то я погорячился, походу. Что-то пошло не так. Я себе меня минуснули. Ждем окончания. Вот, кстати, посмотрите. Он сейчас будет уходить в инвиз. Видно, конечно, очень. Вот в инвизе работает новая чарка, то есть она срабатывает. Единственное, здесь, ну, нельзя так нормально посмотреть в домах. Вот она работает в инвизе. Ну, реально кайфовая тема. Я не знаю, каким образом она работает на отхил. Ну, влияет, не влияет там на скилл. Хотя вот не хилился под этой чарой. Надо, в общем, больше потестировать. Но нету нормального конкретного описания, чтобы вот нам сказали, что она работает так, так и так. Но она у меня сейчас есть на Зефире и сейчас на Фрэнке. Вот видите, как отлично срабатывает. Просто здесь фиксированный дамаг у него 36к, поэтому не видно сразу, какой дамаг она наносит. И на Ронине как раз таки очень хорошо видно. И у меня вопрос, блокирует ли она отхил. Блокировка? А блокировка чего? Вот это самое интересное, наверное. Так, ну первый этаж мы проскочили. Или на второй. Даже я нападу на самую топовую пачку, где есть Ронин. Но Ронин здесь не такой, как нам нужен. Нам нужен такой, как на битву гильдии берут. Потому что именно такие Ронины. Тащит. Так, что у нас? 22 космо.
Ча по-любому в ногу сейчас мою пачку просто развалит. Не? Да ладно. Видите, как четенько под косой работает. Блин, я вам скажу, морозная эта коса довольно-таки неплохая. Понижает, по крайней мере, на нормально уклонение. Это, в принципе, способствует тому, что Мэри, которая у меня сливается всегда непонятно какого фига, хоть как-то может тащить. Так, давай тащи. Барда просто ушатали. Звери. Ушатают и Франка, мне кажется. Моментально, да. Надо было его не ставить. Это что за прикол? Это жесткие смертушки. Так, прессаем. Не, ну конечно я нападу на самую топовую пачку. Но я вам скажу, у меня такого не было до обнова, чтобы вот именно такие пачки появлялись на моей силе. Ну, это нереально. Все-таки какие-то изменения они по поводу запределья сделали. Посмотрите, нормальная пачка, которую можно хотя бы ушатать, нету супер питомцев, ну, то есть довольно-таки обычная простая пачка. Однозначно изменения у меня, по крайней мере, есть. Не знаю, пишите в комментах, как у вас, но мне это нравится. Блин, интересно, как блокирует новая чарка, потому что написано накидывает молчание, там написано блокирует, вот непонятно, действие, но оно интересно, или оно влияет на отхил, или оно влияет только на скилл. В любом случае, плюс то, что иллюзорность, и когда Ронин атакует, он получает нормальный такой дамаг. Но нету никакой процентуалки, сколько наносится дамага. Вот непонятно, от чего это зависит. В общем, с этим надо будет разобраться. Так, у нас веселая Фрая, походу. Как хорошо, когда у тебя есть Мэри, смотри. Просто пару тычек и до свидоса. Думаешь, на какую пачку лучше напасть? Там одна Мэри, она всех моих, наверное, ушат. Нифига себе, лям 200. Или там 12 лямов прилетело, я что-то не посмотрел. Как-то жестко очень. Ну, блокировки интересно действуют. Ну, вот хотелось бы, наверное, надо писать в ТП, чтобы они разъяснили по поводу работы чарки, потому что ну, описание непонятное. Просто написали, а ты уже сам понимай, как хочешь. Ну, вот есть блокировка.
работало. Вот опять блокировка сработала. Ну не знаю, отхил вроде как бы и не работает. Чем понятно, что нифига не понятно. Опять блокировочки прошли. А что и как? Ну, на Ронине просто видно дамаг. Вот хотелось бы знать, какой дамаг, ну от чего, от урона героя, от общей процентуальной атаки, ну непонятно каким образом. Так, они там что, с отражалками, что ли? Смотри, как-то так улетело очень быстренько. Ну, я говорю, чудеса. Просто чудеса. А, у меня кто-то слился. Это, наверное, Марина Хрони опять слилась. Да. Моментально. Нифига себе, посмотрите, что это такое. Ворожай тоже отлетел. Но хотя второй мы прошли без особых таких каких-то там проблем. Не, однозначно они поменяли. Это заметно, потому что таких героев у меня не было, но зато они дамажат точно так же очень хорошо. Так, опять прошла блокировка. А, он полностью, по-моему, стоит. Да, он не дамажит. То есть он блокируется полностью. Это даже не как му или бьет. Сложно на таких героях. Надо Ронина. Без Ронина. Ничего не понять. Как видите, как назло, он просто тупо. Сейчас Ча Маринас просто фиганет, наверное, всех. Посмотрите, ну это вообще песня. О, Ронин. Именно такой, как нам надо. Так, давайте так, чтобы убрать. Убрать. Так, чтобы нескольких зачистить. Блин, он проседает. Где мои идеальные Ронины? Или нормальные, что-то не вижу. Я вроде живой. Там самое главное его не слить. Чтобы можно было потестировать. Конечно, неплохо было бы еще и Фрейю убрать. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим на примере Франка. Я сделаю его на живучесть и посмотрим, как будет Ронин стоять. Либо можно, ну Зефир мы там не увидим, надо Фрэнка делать. Либо еще вариант, попробуем поставить Мэри слить Фрейю, чтобы она нам не мешалась. Ну, думаю, нам хватит Фрэнка посмотреть. Если нет, то все равно резнем всех.
Так, ровно какой-то странный немножко. Такс. Я надеюсь, у нас поменяется. Я тоже, кстати, никогда не придавал значения, или можно героя. Да, отлично. Так, давайте вот так вот его поставим. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите внимательно. На Ронина. Он на отражалках дохнет. А, у него отхила нет. Но посмотрите на дамаг. Это наш дамаг. Блин, не вижу хп. Кстати, на Ронина вот вроде в инвизии, я не вижу, что на него блокировка это работает. А, она, наверное, еще на голубей работает. Не вариант. Ну. Да, надо Фрея убирать. Здесь Ронин без отхила. Немножко не то. Так, Ронин отлетел. Да, надо искать одного Ронина с отхилом. Блин. Ну, смотрите на Фрэнка. Фрэнк вообще божит. Видите, работает и на голубей. То есть, если Ронин один, конечно, было бы уже понятно хоть что-то. Так. Может, повезет, еще сейчас встретим. Выживанием, что ли, там такой отхил бешеный сразу был. Да, походу. Блин, ну не судьба, походу, нам сегодня встретить. Кася там дамаг у них. Вроде бьет под молчанкой это Зефир. Опять все равно бьет. Понятно, что ничего не понятно. Зря, походу, я напал без ворожея. Я попробуем еще разок. В общем, не знаю, судя по атаке фортов, чарка классная, здесь поменяли вообще запределье, я не знаю, намного легче стало проходить, этого не было. Возможно, все-таки нормально сделали. Мэри просто отлетела.
Офигею. Да мы их просто как детей разбирают по стрите. Жесть. Вообще, ладно, ребят. Очередной тест, ну не знаю, что-то поменялось. Возможно, немножко легче стало. Первый, второй мы проходим. Уже есть плюс. Третий, понятно, что он должен быть сложным, тем более с моей силой. Посмотрим, что будет дальше. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.